нормально уже на свободе, да, нормально уже фонарил, нормально уже ветки сирени нормально уже пораспускались, да? То есть уже тут напомню тебе, блядь, ну, где ты, что ты, как ты, с кем ты сидел, блядь? Где тебя видели, блядь, вообще? Если хочешь что-то сказать конкретно, говори. Ты был, блядь, тоциком, да? Где ты там чуть ли не с педиками в обнимку ходил по лагерю бухой, у тебя такие полномочия есть! Слушай, я тебя 100 лет не знал и знать не желал бы, но ты объявился почему-то вдруг. Я не могу, говорит, много есть, ну, не могу много чего сказать, понял? Потому что сдерживаю, говорит, сука, меня, короче, это бесит, говорит. Я, говорит, ему повезло, что я, сука, сейчас в Греции, короче. Ну, сейчас, говорит, я перезвоню. Аполлон. Да-да, вот, вот рядом сидит, вот он. Слушай, нормально, да? Нормально пришло? Да. Потихоньку, кто это? Потихоньку. Слышишь, а тут я, короче, вот я зашел недавно в интернет посмотрел, а ты, блядь, нихуя себе, блядь, Аполлон. Я остаюсь просеком, ну. А, то есть ты нигде, ты не перебывался, да? То есть нормально, да? Ну да. Ага. Скажи мне, пожалуйста, блядь. Да, да. Нормально уже фонарил, нормально уже ветки сирени нормально уже пораспускались, да? То есть уже тут напомню тебе, блядь, ну, где ты, что ты, как ты, с кем ты сидел, блядь? Где тебя видели, блядь, вообще, ну? Ну, Я не могу понять, что ты мне сейчас хочешь, ну, сказать. Если хочешь что-то сказать конкретно, говори. В данный момент я говорю, что, ну, кто ты был, блядь, тоциком, да, педиками в обнимку ходил по лагерю бухой, где сейчас ты Аполлон, типа, ты такой весь, блядь, блядь. Стоп, секундочку, подожди, с какими педиками я бухой ходил? Нихуя себе, блядь. Не было такого, да? Ну, с какими педиками, ну, подожди, если ты говоришь, что я ходил, так назови мне, ну. Вот это да, новость, блядь. Ну, короче, смотри, такая ситуация. Я сейчас даже не на Украине нахожусь, я сейчас в Греции. Вот, я прилетаю через где-то дня 4-5. Вот, я тебе предоставлю полностью всю, вот, адрес, что тебя интересует, да. А ты уже там себе скажешь. Так ты сейчас говори, если ты уже поднял этот вопрос, ты сейчас говори, нас люди вон сидят слушают, ну. Что-то связь меня так прерывается, немножко пошло. Ты слышишь? Ты нормально меня слышишь, да? Конечно, нормально. Нормально, да? Ну да, от вас просто очень плохо доходит. Короче, я тебе так скажу, ну, кто ты был на самом-то деле все эти года, да, и кто ты сейчас, это две большие разницы, не вопрос, ты там приподнимаешься за счет шоу-бизнеса, но не забывайся, когда тебе отписывает человек под псевдонимом, а ты ему пишешь и говоришь, что я Аполлон, и был, и всегда им буду, блядь, вот, он тебя проверял на вшивость, то есть на самом-то деле, блядь, вот. Ты немножечко, конечно, неправильно. Вот тут это же дело поднимается сразу же в опосик. Подожди, я не пойму, что ты хочешь? Что ты хочешь услышать? Я не могу понять. Я тебе сказал, что я процик. Для тех, кто меня знает, процик, я процик. Шоу-бизнес. Для зрителей я Аполлон. Ну, шоу-бизнес есть бизнес. Я хоть кудряшки себе кучеры на голове накручу. Ну, от этого что-то меняет? Объясни мне, пожалуйста. Тебе одно дело скажу, а другое дело, когда я приеду, я тебе покажу видео интересное, ну, оттуда, ну, вот, где... Откуда? Оттуда. Что за видео? А что за видео? Ну, тебе будет оно очень интересно. Я на твоем месте бы лучше сразу подготовил бы, блядь, почву, либо для выпрыгивания с шоу-бизнеса, либо наоборот. Ты думал бы, как наоборот людям рассказать, объяснить, ну, вот. Подожди, я не могу понять, ты на мое место ходишь или что? Я на твое место хочу. Подожди, а ты представь, назовись, кто ты, где мы с тобой сидели, ну? Тебе достаточно того, что я тебе сказали, что я седой, ну, и все, ну. Я с тобой... Так, я да. Я с тобой рядышком даже, блядь, ну, общаться, ну, я кулаком не рядышком не сяду пить. Почему? Потому что знаю тебя, знаю весь твой образ жизни, знаю, как ты вообще поступал и поступаешь, ну. Как я поступал?
О, папа, я извиняюсь, седой. Смотри, то есть, я так понимаю, да, но смотри, мы просто отходим от темы, тут это серьезная тема, ты зацепил ее. Просто не до конца можем понять вообще, что происходит. То есть он с пидорасами, блядь, то есть там по лагерю в обнимках, да, то есть бухой. Вечеринку, да? То есть гей-вечеринку, да, то есть устраивал. Что там на самом-то деле это? Это потом оно уже как бы не утряслось, то есть это никто об этом не говорил, а тут недавно просто человек ему отписал в интернете, типа подписчик его, а тут ему говорит, да я же всегда был Аполлон, а тут мне звонит, пишет, говорит, слушай, говорит, тут подожди, подожди, где этот комментарий, там где отписал, я всегда был Аполлоном? Под каким он роликом? Ты меня интересуешь, где этот комментарий, я тебя прошу, ну послушай, ты должен сам помнить, кому ты отписывал, кому ты давал ответ, по личному, либо это в интернете было, ну вот, может это по личному кто-то тебе писал, ну. Я тебе так скажу, Сережа, слушай меня, я там прилетаю в конце недели, что делать, ну, вы никуда не уезжайте, да? Поддержите, пожалуйста, этого человечка, ну, я хотел бы с ним лично встретиться и уже встряхнуть его нормально, ну, вот, даже можно было бы, если что, ну, в прямом эфире. Так а где мы сидели с тобой, где можно звать? Я понял, я понял. Все узнаешь в конце недели. А кто подтвердит, есть или, ну, это как? Ну, да, там еще видео есть, на видео. А, видео еще есть? Знания. Конечно. В смысле, ну видео, то есть запечатлено, гей-вечеринка, блядь, в смысле, ну полностью все запечатлено. Ну, да, типа подписано, типа, кто-то дал ему название, это гей-вечеринка, ну. Я и мой босс, Да. А где, на каком лагере это было? А? На каком лагере это было? 35 или 85, я вот... А, или Буча, или Березань, да? Нет, 50 или 80, да. А, или белая, бля, белая, по-моему. Да. Буча или белая? Да. Слушай, мне интересно, что ты пытаешься сейчас вот, ну, доказать что-то? Что ты пытаешься? Что ты круче, парень? Ну, так а к чему ты вот это все вот делаешь? Объясни мне. Это нормальный человек так делает? Ну, если ты себя считаешь порядочным, это ты нормально делаешь? Сдаётся. Да я не базарю кучеряво, послушай. Я что, претендую на какую-то там роль, я не знаю, папы римского, послушай. У тебя такие полномочия есть? Конечно, слышу. Кто ты по званию, ну? Что ты сказал? Ну ты не услышал? Я никуда не плыву, я на месте, послушай, я тебя 100 лет не знал и знать не желал бы, но ты объявился почему-то вдруг. Ты ж захотел поговорить там со мной. Небо, его не видно. А я же 500 метров. Я тебе говорю последний раз. Ты в данный момент уже наговорил о себя, минимум, я тебе так скажу, ну уже на инвалидной. Ну так и подожди, что ты тогда это не поднял этот вопрос в лагере? Нет, это Руслан. Алло. Что ты можешь сказать? Свое оправдание. Не, ну вообще, в целом. Я не боюсь ничего, мне скрывать нефиг. Люди меня знают. Ну а как ты воспринимаешь вот эту вот предъяву? Да это какая-то, я не знаю. Ну как, говори как есть. Глупость какой-то, недоразумение. Глупость, да? Конечно. То есть, или человек что-то хочет где-то, ну, я не знаю, предвзятое какое-то отношение. Я не в курсе. Но я вижу это так. Воспринимаешь их предвзятое отношение? Конечно, где-то может что-то... По сути, ничего тебе не сказал, да? Ну, конечно, если ты уже звонишь. Ну, то представься, где, когда, правильно? Ну, да, я его попросил, чтобы он хотя бы или 35-е, или 85-е, ну... Может, 95-е? Ну, может, вообще где-то... Ага. 17. Греция, братан. Да. Ну, может, он забыл уже, а то 35-й. Может, он или тебя вообще попутал, блядь. Да я не знаю, может. Что. Ну, если он не может определить.
родные, близкие, через минут 5-10 перезвонят, говорит, сука, не могу, говорит, много есть, ну, не могу много чего сказать, понял, потому что сдерживаю, говорит, сука, меня, короче, это, бесит, говорит, я, говорит, ему повезло, что я, сука, сейчас в Греции, короче. Я спросил тогда, кто он по званию, если у него решат. Есть такие полномочия, ну, я не против буду, пускай конечно. Меня уберут мои судимости. Капитан, блядь, да, снимут с меня судимости эти. Вообще это обнор, чтобы я не был в этом компьютере. Я не слышал, он говорил за базу каких-то данных. Может он за МВД? А? Может он за YouTube урожается. Ну да. Ты бы надо было сначала уточнить, сказать, что ты под этим подразумевал. Ну, то есть, а то хочешь... его в мусора рядит. То есть да. это. Я его не родил, я просто поинтересовался. Ну. Ну а что тут такого? Поинтересоваться нельзя? Я его не нарядил. Это неинтересно. Ну, да. Это неинтересно? Кто по званию, это далеко не интересно. Это он его протянул уже на мусор потенциального. Это уже, потенциального, да. это да? уже неинтересно, это уже предъява. Не, ну он же сам начал первый. Ну так ему надо было поинтересоваться, вот, ну, что ты подразумеваешь под этим словом. Может в натуре, вот, как правильно человек говорит. Понимаешь? А он ему сразу в мусора. Ах ты ж сука. Бучанский? Да. Я так что-то по голосу, но я знал, что это вы, блядь, вот это вот все. Не, мы отвечаем не мы. Мы не вообще ничего. Он сам на нас вышел. Он освободился, говорит, пацаны, бля, вам респект, то, что спрыгнули, красавцы. Хочу. Это говорит, что там эта чепуха там с вами, блядь, делает. Там. Да. Что мы? Что мы? Давай, типа, слышь, костыль. Ага. Давай, короче, ты на Аполлона там понаговаришься. Все. Мне этого достаточно. Как дом. Алло, блядь. Ты что, блядь? Вообще там где-то ёбнулся или что, блядь? А, Константиновна, тебя ж знали по лагерям, как Константина. Так это ж я тебе за 100 грамм налил, блядь, чтоб ты со мной по промзоне прошелся, ёб. Ты что, забыл, как ты чулки нахуй снял там, блядь, на буче? Окей, блядь, ты, все, ну, завали дуло свое, ты, блядь. Ну, короче, живешь ты в духе, раз. Да. Где ты со мной знал, как ты меня знал вообще, еще раз. Все, седой, как ты седым стал, объясни мне. Где ты седым стал? Да все, вы. Да потухни, я даже, блядь, я рожден, чтобы таких, как ты, не слушать, ты понимаешь, ну? Да давай, это я тебе, блядь, жало вырву. Ты смотрел на себя, блядь, когда ты гирю подымал вот там вот, блядь, на клубе. Помнишь свое выражение лица, ты, блядь, седун, блядь. Константиновна, завали свой еблет, блядь, ну. Нет, я просто узнал твой голос. Я просто твой голос вспомнил и узнал. Так мы все сейчас, знаешь, рождаются люди. Сейчас у нас такая Украина, что родился, ты уже 50 штук должен, блядь. Хорошо, хорошо. А в какой ты Греции, слышь? Да ты вон, блядь, металлолом везешь на приемку на Троещине, где-то на Закревского, блядь, ну. Да хорошо, блядь, кто ты, блядь, ну? Крысак, сука, длиннохвостый, блядь, ну. Блядь, да ты ж слышишь меня хорошо, ты, а, ты ж, блядь, в Греции где-то, чи в Турции, хуй тебя поймешь, блядь. Я нормально тебе говорю, послушай, с тобой только надо так, понял? Он меня вынудил это сделать, понимаешь? Ты что? Гей-парад, блядь. Ты что нахуй? Да музыку вот эту Мелоринг, блядь, его... Ты меня, блядь, ждал, а че хуй? Блядь, пидоры даже не ставят в зоне, сука. А ты, сука, блядь, тебе не порядочный... Блядь, я знаю именно в натуре Седова... Бучанского. Ну, вот это налепка, если б Седой этот услышал, что он Седой себя называет. Ты шо именно? На, еще его парусу. Слышь, а тебе приемлемо такой Мелоринг ставить? Как долго я тебя ждала, блядь, ну. Даже гомосеки не ставят на параде такую музыку, блядь. Как ты у себя на рингтоне захуярил. Что тебе, блядь, паруса сейчас назвал, ты придурочный, ну. Послушай, я тебе еще ёбнуть хотел в буче, блядь. Скажи спасибо лебедю, блядь. Да, я, блядь. Когда ты, сука, со столовой ему тазик этот картошки носила, потом делал зажарку, блядь, и хавал, блядь, ты, блядь. Брембух ты, нахуй. Ты еще мне что-то там за промзоны какие-то рассказываешь, ты, блядь.
Хорошо, блядь. Для тебя, Руслан Викторович, ты, блядь. Я знаю, что ты скот ебливый и так. Это ты мне не повторяй, блядь. Ну. Какой ты по телефону смелый, блядь. Да я и так смелый для тебя, послушай. Я еще таких, блядь, не боялся, как ты. Ты что, он с Греции звонит, блядь, из Турции. Подожди, у меня просто такой вопрос. Вот чисто такой, не знаешь, такой именно непреодолимый. Зачем ты все это сделал? Вот позвонил там, что-то тебя там, не знаю, возмутило, не устроило. Какая твоя вот цель здесь? Что ты этим хотел сказать, показать, я не знаю. Нет, слушай, не я же тебя позвонил и нашел, правильно? Ты именно нашел пацанов, хотел там что-то им донести, сказать. Вот какая твоя цель вот этого всего? Один вот этот единственный вопрос. Не моя цель донести что-то до тебя, а то, что ты где-то там засухарился по поводу того видео. Ты забыл? Я вот даже такого и не помню, если честно. Покажешь мне видео. Не покажешь видео, блядь, это будет пиздец тебе. Блядь, когда ты увидишь это видео, а я его принципиально еще и попрошу ребят, они его выложат потом в этом. Вася, ну просто, ну, я посмотрю на тебя. Давай посмотрим. Хорошо, ты предоставь мне видео. Я тебе предоставлю видео, ты не переживай по этому поводу. Вася, будешь бедный. Под каким я накрутом? Под каким я накрутом? Еще раз у тебя, под каким накрутом? Ты кто вообще по житухе? Слышишь? Конечно слышу, я не глухой, еще раз тебе повторю. Баландер ты, блядь! Баландер ты, я помню тебя с тазиками, когда ты ходил, блядь, лебедю жрать носил, блядь, и за жарку делал, блядь. Баландер, да? Ты шо, бля? Генерал МВД, чихуй. А, убери меня, пожалуйста, с компьютера этого МВД. Если ты в полномочиях в таких, как ты мне озвучил это. Убери меня, я буду только тебе благодарен, что с меня судимости поснимают. Ну, всю вот эту канитель. Алло, слышишь? Конечно, слышу. А ну, позвони, Сережа. Подожди. При чем тут Сережа? Вот сейчас, при чем тут Сережа? Вот скажи, ты мне можешь? Ты мне можешь? Ты же со мной? Подожди, ты же со мной разговариваешь. Зачем тебе Сережа, блядь? Дабы понимать, куда отправишь сейчас мне ребят, чтобы тебе, блядь, труханул. Шлюха ты ебливая, блядь. Я тебя как труханул, блядь. Копчиком об порог, блядь. Сейчас пишет оно. Блядь! А где хоть не СБУ меня пишет, а? Не, да что ты, что ты, блядь? Подожди, порядочные люди записи не пишут. В мелофон свой, бля, в этот ты пишешь, бля. Я сейчас, давай, давай, давай. Хорошо, завали свой еблет. Вези его там свой металлолом на тачке, блядь, по Закревского, блядь. А, если у тебя там пишется, то прослушай, перемотай и прослушай заново, если ты не понял. Ты хочешь сейчас именно разорвать тебе рот, именно прямо сейчас, но я не могу, у меня нема возможности, ну, вот. А ты можешь где-то, блядь, что-то может, не может, может случиться, понимаешь? Что со мной, ты что, мне угрожаешь? Тебе угрожаешь? Ну да, ты сейчас мне угрожаешь. Ты что, забыла, как ты на Новый год, дура, чулки потеряла под елкой в буше, блядь? Я ж с тобой в обнимку по лагерю ходил, пьяный, блядь, ну. Это нас, наверное, с тобой на видео засняли, блядь, ну. Ты белое, блядь, ты что, ты даже не понимаешь, что такая карьера, не... Да у меня, послушай, у меня и карьеры-то нету, ну. У меня и карьеры-то нету, могу тебя огорчить. Ого, блядь, ты слышишь? Нет, это что? Не гей прозвище. Дура, имя, пидор тебе, имя именно в Ютубе. Вот сейчас ты в прямом эфире, и пидор тебе имя в Ютубе. Слушай, ты вот так вот... Все, в прямом эфире. Все, давай, прямой эфир посмотришь, ну. Я не буду.
Давай, туши фары, блядь. Надень чулки, блядь, и посмотри черешеньку, блядь, ну. Удачи тебе там в Турции, блядь. Ой, в этом. В Греции, блядь. Оливку тебе на грудь, блядь, ну. Что? Я постоянно отвечаю за свои слова. Понял? А ты за свои ответишь? Так скажи, ты в прямом эфире. Ты в прямом эфире, конечно. Ответь. Так это я с тобой был в обнимку. Ты чё, блядь? Снегурочка, нахуй. Ты что, гонишь, блядь? Давай. Хорошо, я повторю. Я ж с тобой диалог веду. Чего ты сразу к кому? Я ж ни к кому не обращаюсь, правильно? Чего ты если... мужчина, то давай поговорим как мужчины. Что ты кого-то там пытаешься? Алло, пришлите туда. Зачем? Ты же меня желаешь видеть. Я на месте. Скажи, я уже не тот Русланчик, что был раньше. Бля, ты какой дерзкий, отвечай. В Буче. Вот Буча, мы с тобой идем по Буче. Ты в колготках, я с надрюченным. Иду чуть-чуть тебе пиздрючу. А? Зайка. Конечно. О! Блядь! Меня так еще никто не... Бля, я тебя как уебашу копытом, сука. Ты три раза, блядь, с трусов вылетишь в полете, блядь. Ну. Да нет, поверь мне. На таких у меня еще, блядь, слава богу, блядь. Да ты, блядь, вон когда сейчас заговорил, вот это пищишь там. Ты хоть сережку в ухе придержи, бля, бо она у тебя вырвет сейчас ее, бля, ебаный твой рот. Да. Блядь, да у тебя, какой фуркоп ты, блядь? Какой фуркоп? За хуй меня возьмешь и будешь тянуть, блядь. В твоем фуркопе вся Буча, бля, весь Коростень побывал, блядь. Он кинул трубку. Многие зрители, наверное, сейчас в догадке думают, что это происходит? Что это за перепалка с каким-то человеком незнакомым? Ты можешь вкратце объяснить, что вообще произошло? Я вам объясню. С самого начала. Позвонил, блядь, человек, с которым мы находились определенное время в Буче. Ни сном, ни духом я его не слышал. Тут он что-то позвонил, там начинается именно... рекомендовать как порядочный какой-то. Какие-то у него есть чьи вопросы, чьи предъявы. Ну, пожалуйста, вот люди, собрал же людей, помимо ж вас. Ну, вы же присутствовали. Ну, в чем вопрос? Ну, ты можешь я изложить претензию конкретно? Да, я на 8.5, я на 3.5. Так определись, если ты мне что-то предъявляешь, доведи мне, покажи. Нет, ты начинаешь, я через 4 дня, я там это, то у Бучи, то у Белой. Да ты со мной пол у Белой Греции, не сидел. Пол Греции. Пол Греции, бля. Ну, я в Греции. Ты шо себя там таким возобнил парнем, ну? Я тебя 100 лет не знал бы и вообще, ну. Типа я прячусь. Переобулся с Процика в Аполлона, морожусь. Не, но в жизни ты, может, Процик, а в шоу-бизнесе ты Аполлон. Совершенно верно. Псевдоним. Да, псевдоним. Вот. Аполлон. И вот это он мне начинает, типа, я скрываюсь по каким-то там другим, от кого? Ладно, давай, слушай, это все вода. Давай так. Глаза в глаза. Готов? Готов. Но ты ж понимаешь, что просто вы намолотили на друг друга только что кучу разной фигни. И это все понятно, но точку надо ставить. Надо ставить. То кому пожали руки и сказали все. Ну, мы... да. Все, пошел нахуй. Кто кого победил, пошел нахуй. Пошел нахуй. И все. Сейчас же шо... в магазин. Короче, это, Руслан, слушай, это все понятно, ты сейчас зрителям объяснил, то есть суть, что появился какой-то штемп, который ты забыл уже о существовании,
и начал конкретно выдвигать честно тебе, скажу, тебе претензии. Я его и не хотел вообще никогда знать, о его существе. Ну, это его, это мне не интересно. Ну, понятно, но он заявил о себе, ну, и, он, да, и начал тебя поливать грязью. То есть говорить, что ты там с пидорасами, с геями, там что-то в лагере, там что-то пьяный исполнял. Ходил, да. Пьяный ходил. Охуеть. Есть, ну, да, то есть... И вот смотри, зрителям ты вот донес вот суть вообще, что произошло вкратце. Да, да. Представь, что ты к нему лицо в лицо сейчас говоришь. И просто, да, вкратце. Что будет происходить? Да, и скажи, что это не все, ну, что ты, короче, требуешь крови там и тому подобное. Не, у него же такое отношение, ну, он да. хочет. После всего я готов, этого. Да, я готов с тобой нет, встретиться. Нет, нахуй давай... это телефонная перепалка. А на какой территории? На его, на твоей? Да без разницы. Пофиг, да? Без разницы. Перчатка. Главное, чтобы не казином. Тет на тет, вот. Не, ну казино мы не допустим, казино. Ты же знаешь. В перчатках или без? В перчатках. Он же боксер там вроде. Ну да. Я не боксер, да. Я вообще левый. Я не боксер. Ну, на него здоровья хватит. Ну злостью будешь брать. Правильно? Я его силой буду брать, а не злостью, ботан. Злость это стратил, ботан. Силой надо брать. Силой? Конечно. А если нету сил, ну есть люди, у которых да сил я не вообще, силы вообще нету. Но... Злость это имею духом брать, духом. Духом, да. Духом брать надо.